Проверка диска на биение. Получается почти 0,03. Ну, короче, это много. То есть, когда диск нормальный, вот просто машина заехала и продиагностировали, то вообще нет биения. По этой стороне, вот получается почти 30 единиц, по той стороне где-то 17-18, да? Нет, это... Ну вот. Диски или под проточку, или под замену. Но еще надо померить ступицы, потому что машина хорошая, дорогая, американская, после ДТП. То есть могут быть еще погнуты ступицы. Надо снять диск тормозной, скобы и померить на самой ступице, если биение.